В дошкольном отделении Видновского художественно-технического лицея прошла юбилейная 10-я интеллектуально-спортивная игра «Зов джунглей», в которой приняли участие дети подготовительных к школе групп. Ребята разделились на две команды – хищники и травоядные. Участникам состязания нужно было преодолеть несколько препятствий, чтобы добраться до клада, который был спрятан на необитаемом острове, где живут аборигены, бармалей и дикие звери. Участники игры проходили по болоту, ползали черепахами среди кустарников, собирали пазлы с изображением животных. Результат каждого испытания оценивал Грозный совет джунглей. В него вошли депутат Совета депутатов Владислав Рымша, вице-президент Федерации футбола Максим Слесарев и член общественного совета Дарья Филатова. За победу в эстафетах хищники получали кость, а травоядный – банан. По итогам соревнований со счетом 4-2 выиграла команда хищников. Всем участникам игры были вручены памятные медали, а победителям – настоящий кубок.